Всем привет, ребят, меня зовут Игрок, это игра Resident Evil 7. На очереди у нас следующее дополнение, 21 называется. Сыграть в 21. Сыграть в выживание, выживание плюс. Давайте, 21. Вроде бы как это карты, я умею играть в карты. Я умею играть в очко. What the? Where am I? Так. Вот это очень плохо. Темно, нихера не видно. Ты нас ранец. Нафиг иди. Блин, здесь вся семейка ненормальная. Специальное правило. Так, чувак. Hey, said he'd let the winner go. Who are you? What do you think? You believe that freak? And now I'll explain the rules of the game. Ну давай. You fellas play blackjack, right? Mm-hmm. You just draw cards, trying to add up to 21. Go over 21, and you lose. Wait, this is crazy. So, set your players and Слушайте, это довольно-таки будет азартная игра. Fucking kidding? All right, Clancy, my man. You're up first. Either draw a card or stick with what you got. Aim for 21. You can count, right? Так, ну... Давай тянуть еще. Hit me. Okay, Hoffman. You're next. These cards are... У него, кстати говоря, одна карта неизвестная. No doubles, and you share the same deck. Give me another. Так, ну тут либо пан, либо пропал. Ну давайте еще. Блин. Блин. А можно тянуть еще? Слушайте, ну я же уже проиграл. Ну я не знаю. Слушайте, может быть его так обмануть можно? Ну давай еще. Нельзя вытянуть карту, пока у вас переборы. Ладно, оставить нынешние. I'll stay. Okay, show 'em, fellas. The winner is... Явно не я. Что ж, проигравший платит ставку. О, господи! Вот говнюк, а. Так. Я пас, наверное. Ознакомиться с правилами. Так.
Давайте пас. Мне хватит. Пас. Что? Ты серьёзно? Что? 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 Это гамма-ви! Там ещё карта сюрприз! Ну ты говнюк! Так, пас! Ну, теперь твоя очередь. Больно? Больно? Вот сам сядь сюда и попробуй на себе, насколько это больно. Ему все пальцы вообще отрезало. Все предыдущие. Пас. Еще одну давай. Блин. Тогда я тоже пасую. У меня ровно 21 на данный момент. Боже мой. Господи. Да. Это, знаете, немного напоминает... Ребят, смотрели фильм «Пила»? Вот сейчас у меня примерно точно такие же ассоциации. Ты либо играешь и выиграешь, либо играешь и проигрываешь. Но мне надо его обыграть, получается. Давай еще одну. Все, хватит мне. Okay, Hoffman. You're next. These cards are numbered 1 to 11. No doubles, and you share the same deck. I'll stay. I'm gonna stay. Mm. Okay, show 'em, fellas. Так, ну. Так, ну ладно. По-моему, еще как может. И он смеется еще. Говнюк. Да, чертовски интересно. Так, повышаются ставки. Да, я понимаю, это больно. Так, ну давайте, наверное, еще карту вытянем. Одну. Блин, перебор. Надо было тоже пасовать. Ладно. Пас. Блин. Don't do it, please. Боже мой. Значит, здесь не обязательно брать все карты. Так. Я пас. I'm gonna stay. I'll stay. In a ring.
Ему, у него вообще почти все пальцы отвалились. Больно, наверное, больно говорит. Пасует. Он теперь постоянно пасует. Я тоже пас. Блин. И все, это гамовер. Господи. Ну что ж. Блин, самое главное, ты ведь можешь предыдущие коны все выиграть. Если проиграешь в последнем, то ты проиграешь. Все пальцы отвалятся. Так, ну ладно, давайте еще. Так, много. Пас. Okay, Hoffman. You're next. These cards are numbered 1 to 11. No doubles, and you share the same deck. Give me another. Еще возьмешь? Хватит. I'm gonna stay. Give me another. Он сейчас будет пасовать. Хватит. I'm gonna stay. I'll stay. Okay, show 'em, fellas. The winner is. Hoffman! Блин. The loser pays the bet. What? Wait. Господи. You psycho fuck, you really did it! Чертовски интересная игра. Чё ж ты с нами тогда не играешь? Блин, вот эта карта сюрприз на самом деле вот все портит. Он пасует. Еще давай. Все, хватит. I'll stay. I'm gonna stay. Winner is. Clancy! Да! Он как знал, что у него десятка там. Но это нечестно. Так, повышаем ставки. Так. Пас. Give me another. Ты можешь рискнуть еще одну взять? Ну давайте возьмем еще одну. Рискнем. Все, хватит. Я думаю, мне хватит. I'll stay. Да, он тоже пасует. I'm gonna stay. Winner is. Да ты чё? Три пальца сразу отвалило. Не сдавайтесь, ребята. Так, ну сейчас еще можно выиграть. Он пасует. И я пасую. Clancy!
Чувак, тебе не повезло. И он умирает. У меня один палец остался. Теперь ты меня отпустишь, да? Сейчас мне последний палец отрубят. Он еще жив. Да ты чё? Да ладно! Вы что, совсем что ли обалдели? Это... Господи... Somebody get me out of this nut house. Ну ты засранец. Теперь я принципиально хочу тебя выиграть. Что это? Так, пока козырь на стол, ставка противника увеличена на 2. Плюс 2. Так, карта 6. Вытягивает карту 6. Если такой карты нет в колоде, ничего не происходит. Так, ну давайте вот эту, наверное. Так, посмотреть козыри на столе. Я не могу посмотреть козырей на столе, нету козырей. Использовать козыри, оставить нынешнюю карту, тянуть еще. Давайте еще. Все, мне хватит, пока. Give me another. Так, использовать козырь. Ха-ха, страшно? Пас. I'm gonna stay. I'll stay. Так, ну по идее я должен вытаскивать. Да, так и есть. Ну все, теперь тебе будет... Бедолага, мне его даже немного жалко. Хорошо, давай. Так, возвращает в колоду все... А, возвращает в колоду вашу последнюю открытую карту. Я буду дома. У меня семья. Я просто... Просто умри, а? Пожалуйста. Он просто желает мне смерти, ребят. Ставка противника увеличивается на 2. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Так, вытягивает карту 6. Если такой карты нет в колоде, ничего не происходит. Это что? Возвращает вашу предыдущую карту в колоду. Ох, ну я даже не знаю. Я думаю, хватит.
Возвращает последнюю карту в колоду. Вот оно чё. Все не так просто, как кажется. Так, ну по идее надо еще одну тянуть. Давайте еще. Ну давайте я тоже пас. Блин. Надо бы повышать его ставку как можно скорее. Так, что это? Еще можно поднять. Так. I'm gonna stay. Давайте пас пока что. Give me another. Еще один козырь. Так, использовать козырь. На вот тебе. Пять. Че, может еще одну используем? Использовать козырь. Еще. Угу. Такс. Давайте пока пас. Возвращает последнюю открытую карту в колоду. Блин, а напряженная игра. Слушайте. Может еще какой-нибудь козырь использовать? Давайте вот шестерочку вытащим. Пас. И? Блин. Все не так просто, как кажется. Так, еще плюс 4. Блин, слушайте, ну следующее я, может быть, и переживу. Так, вытягивает карту 3. Ну и вот надо еще 3 раунда. Четверочку тянет. Так, что можно еще сделать? А, это вашу последнюю карту. А тут троечка, да? Давайте я возьму троечку. Так, все, пас. Ого. Да ты чертов засранец. Блин, ну я не переживу следующего. Ладно, давайте рисковать. Пас. Блин. Клэнси, ты получаешь утешительный приз. Да, это конец. Я даже второй рукой не пытаюсь сопротивляться.
Ох, блин, ну давайте еще. Кто бы мог подумать, что очко может быть таким, такой увлекательной игрой. Повторить попытку. Этот засранец еще умудрился бросить мне вызов, хотя он проиграл. Так. Пас. I'm gonna stay. Give me another. Вот сейчас надо вытягивать. Еще. Ну и хватит мне. I'll stay. I'm gonna stay. Да блин. Все еще окажется, что здесь еще и третий раунд есть. Я просто тебя ненавижу. Я думал, мы с тобой друзья. Я думал, мы будем думать, как выбираться вместе. Так, карта 3. Козырь мне дают. Ну, что будешь делать? Еще одну тянет. Ой, это много уже. Ну ты говнюк, а. Так, ну хватит, наверное. Я очень надеюсь, что мне хватит этих карт. Я очень надеюсь, что карта сюрприз не будет перебор. И... Да блин! Я надеюсь, тебе нравится, говнюк. У него карт просто больше было, чем у меня. Блин. Так, плюс 5. Может, козырем каким-нибудь сыграть? Давайте пятерочку. Карт 5 нет в колоде. Козырь сброшен. Ладно, давайте пока пас. Троечка. Давайте тоже троечку. Козыря нету. Блин, ладно, тянуть карту. О, это уже перебор. Give me another. Ну давай, вот тебе козырь. Пас. I'm gonna stay. И он тоже уверен в своей победе. Так, я не переживу этот раунд, если я сейчас проиграю. Пас. Он почему-то уверен, что у него, блин, будет ровно 21, да? Ну, у тебя будет перебор. Да как-то! Да не! Да невозможно! Я же видел, что у тебя было 21! Блин! Давайте повторим попытку. Не будем уже смотреть эту анимацию. Уже и так понятно, что мы продули. Ну как мы? Я продул. Так, еще. Пас. I'm gonna stay. I'll stay. Да. Вот теперь ты будешь страдать. Сразу переходим к следующей игре. Так, возвращает в колоду вашу карту. Последняя открыта в
в этом коне. Give me another. I'm going home. I have a family. Just die, okay? Please. Скотина. Страшно? Так, давайте. Hit me. Тянем еще одну. I'll stay. Тоже пас. Да, наслаждайся, урод. Просто умри, говорит. Ой. Ой, да тебя убить сейчас можно этими козырями. Такс. Давайте козыри ему поставим. Оставить как есть. О, он так уверен в себе. I'll stay. Ну, в принципе, можно еще вытянуть. У меня есть шестерочка. Нет, оставим все как есть. Сыграем и проиграем. Или, наоборот, выиграем. Клэнси! Да ты чё? Ничего, у меня сразу пятерку врубили. Так. Но этот кон я еще могу пережить, если у него козыря, конечно, не будет. Да, думай. Хорошенечко думай. Так. Давайте козырь. Пятерку. Угу. Да и можно ему еще вот этот козырь влепить. Оставить. О, засранец. Give me another. I'm gonna stay. Пока что пас. I'll stay. Мне кажется, у меня будет большая карта. Хотя, наверное, стоило взять еще одну. Клэнси! Блин, ну все, следующий раунд я не переживу, если... О, господи, посмотрите на его руку, она вся обугленная. Блин, один шаг меня отделяет от смерти. Так. Ну что, рискуем? Шестерку поставить. Если шесть поставлю, будет... Нет, давайте не будем. Давайте троечку. Блин. Ладно, пас. I'm gonna stay. I'll stay. И?
блин. Ладно, утешительный, так утешительный приз еще раз давайте. Сколько уже партий сыграли? Еще. Так, все, хватит, пока что перебор. И он, кстати говоря, наверное, тоже не видит моего лица. У меня, наверное, тоже мешок на башке. Хватит. Кто бы думал, что такая игра, такая простая игра, может быть оказаться, ну, такой сложной. Да блин, у него все равно больше, у него ровно 20-21. У этого парня какая-то невесомая удача. Так. Плюс 5. Сразу четверку достает, да? Так, ну давайте шестерку. Хватит. И... Блин, у него все равно больше. Блин, а? Так, давайте еще козырь. Пятерочку. На вот тебе. Чтобы тебе было страшно. Такс. Давайте еще одну карту. О, нормально. О, это что-то много. Пасует. Блин, ты так уверен в своей победе? Я вот что-то нет. Так, возвращает в колоду последнюю открывшуюся карту противника. Давайте. Что ты на это скажешь? Пас. Троечка. Че, может еще повысить ставки? Может ему еще козыря закинуть? Так. Пас. Пас. Ого, он так уверен в себе. Блин. Блин. Вот десятка не очень хорошо выпала. Так. Ну, рискуем. Пас. Здесь уже, в принципе... И... У меня будет перебор. Да. Я его в этом раунде ни разу не выиграл. Нет, так не пойдет. Давайте... Хотя ладно, давайте доиграем этот кон. Ну ты говнюк, я тебе скажу. Что это? Возвращает последнюю открывшуюся карту в колоду. А, вашу карту.
Еще давай. Hit me. I'll stay. Пас. Ну тогда козырь тебе. Держи. Пас. I'm gonna stay. I'll stay. Ну ты говнюк. Еще. Hit me. Give me another. Он почему-то уверен, что у него под низом именно маленькая карта. Давайте еще. Hit me. Козырь, нормально. Плюс два. Ой-ой-ой. У меня перебор будет. Ну, зато есть козырь. Okay, them, у нас ничья? Да что? Боба, проиграли, если у вас ничья? Ну ладно, это хотя бы по-честному. Ну ладно, я в принципе доволен таким раскладом. Ну можно было отдать козырь. Ну кто же знал, что будет ничья? Что это? Возврат. Так. Give me another. Okay. I'm going home. Еще. Hit me. Будет пасовать. Okay. Блин. Ну у него там сколько сейчас? 15, да, и еще плюс сколько там. Ах, еще неизвестно, что у меня там под картой. Надо еще брать. Hit me. Я думаю, что надо еще. Ой-ой-ой, вот это уже много. I'll stay. Ну, в принципе, можно ее убрать, у меня есть карта. Так, возврат. Ага. Может, шестерку возьмем? Давайте возьмем, наверное, шестерку. Давайте. Да блин, ну ладно, Hit давайте me. Так. Еще козырь. Во, вот сейчас хороший расклад. В принципе, можно выиграть. I'll stay. I'm gonna stay. Кленси! Кленси! В смысле, Харвер? Так, у него 6, 9, 19 у него. Он как будто бы угадывает, что у него там будет за карты. Так, что это? 5. Еще. Так. Можно пятерку вытащить. Будет 12. Давайте удаление. Чтоб ему жизнь медом не казалась. Пас. Он будет брать. Посмотрим, что он возьмет. Тоже у меня забирает карту. Give me another. Да, берет. Так, использовать козырь. Пятерку сюда.
Нету. Да ты чё, серьезно? Четверка. Ну ладно, пойдет. Give me another. Так, и надо его сейчас давить. Вот тебе. Оставить. I'm gonna stay. Оставить как есть. I'll stay. Так, сейчас у него 18. Да, перебор. Можно было еще одну, в принципе, карту закинуть. Тогда бы это его точно убило. Сразу переходим к следующей игре. Да, это правильно. Ну, в принципе, если я выиграю сейчас следующий кон, это его убьет. Так. Да, думай, думай, тщательно думай. Пасует. Так, я могу... Да, в принципе, давайте вытянем. Неплохо. Пасует. Ну вот тебе тогда. Ты сдохнешь, тварь. И я пасую. Ну а смотри-ка, как быстро он переменил решение. Но мне нужна еще одна карта. Нет, надо просто вытягивать. Так, в принципе, вот сейчас надо использовать козырь. Четверку. А, хотя подожди. 3-7. И у него будет больше. Надо еще тянуть. О, нормально. Можно жить. Вот смотрите. У него 8, и у меня 8. Сейчас выиграет только удача. И... Клэнси! Клэнси! Блин. Такие пальцы валяются на столе, прикольно так. Да, очень жаркая игра. Ну, в принципе, мы оба умрем, если... Плюс 2. Чё, блефанем? I'm gonna stay. Give me another. Так, пас. I'm gonna stay. Give me another. У него должен быть перебор. В принципе, можно сейчас использовать, знаете, что? А, вашу последнюю карту. Нет, вот это не надо делать. Можно вытянуть четверку. Ладно, пас. И победитель у нас... Клэнси! Да! О-о-о, кто-то проиграл, да! Страдай! Умирай! Сдохни, тварь, да! Я надеюсь, тебе очень нравится. Это тебе за все игры, которые ты у меня выиграл, подлец, засранец! Да! Страдай! Умри! Вот только попробуй еще раз запросить следующий раунд. Только, блин, попробуй. He's dead. He's fucking dead now, right? Tell me we're done.
Okay, Clancy, you won fair and square. Guess I'll set you... Huh? Well, blow me down. Look at Hoffman. Еще раунд, это серьезно? Did you hear that? Hoffman, you tough son of a bitch. Like the man said, we gotta play another round. What the fuck is wrong with you? You promised to let me go. Hey, you sick fuck, talk to me. И, по-моему, он его сейчас, блин, заиграет до смерти. Что? Что это? Ты серьезно? Ты серьезно? Ох, блин. Так, удаление. Ну ты засранец, а? Еще. Пас. Ого, он уверен в себе. Так, your turn. Пас. Человек уже давным-давно мертв, он продолжает с ним забавляться. Блин, а? Ну ты серьезно? Так, противник вытягивает в пятую карту из колоды. Так, вытягивает оптимальную карту из колоды. Давайте попробуем вот эту сыграть. Ага, так, поднасрать ему. Блин, надо тянуть еще. Так, много уже. Так. Еще. Hit me. Нормально. I'll stay. I'm gonna stay. In a ring. Clancy! Блин, ну сколько можно играть? Плюс 3. Так. Еще. Hit me. Так. Пас. I'm gonna stay. Да ты издеваешься, что ли? I'll stay. Ладно, давайте еще вытянем. Нету такой карты. Ну, пас тогда. Наверное, не надо было отдавать козыря. Stay.
Блин. И, по-моему, это все, да? Впритык, впритык! Удаление. Так. Ну давайте удаление. Пас. I'm gonna stay. Тоже убирает. Еще. Еще. Hit me. Так, ну, пас. I'm gonna stay. Давайте посмотрим. Блин. Блин. О, господи. Эта игра прямо настроена на то, чтобы игрок проигрывал. Без конца. Чтоб ты, говнюк, был здоров. Еще. Hit me. Еще. Hit me. Блин, перебор. Угу. Пас. Hit me. Ой, блин, я пас хотел нажать. Ну ладно. I'm gonna stay. Let's find out who's lucky. Ай, блин, с тобой я получу нереально большое удовольствие, когда я тебя смогу выиграть. Ребят, честно говоря, я уже немного подустал с ним играть. Жулик чистой воды. Так. Четверочку. Пас. Ох ты, говнюк. А вот тебе. Хе. Как тебе это понравится? В смысле? Почему один? Почему только один? Что? Перебор будет, да? Да. Ну, капец, видаю, да, засранец какой. Еще. Clancy, you get a trump card.
Ладно, пасуем. Да ты серьезно? Вот как выигрывать в такой ситуации? В основном здесь игра в одни ворота. Тут выигрывать, мне кажется, нереально. Терочку давай. Так, и повышение ставки. Пас. Ну, видите, засранец какой. О, я очень надеюсь, что ты сейчас продуешь. Пас. У него сейчас там 19. Если у него там будет однерка или двойка, я... Фу. Так, ну один раз его только надо выиграть сейчас. Один раз. Что это? Плюс 4. Нормально. Он просто издевается. Что это? Идеальное вытягивание? Вытягивает оптимальную карту из колоды? Что? Да это бухлёж! Ребята, это бухлёж! Пека, эта карта на столе... ставки игроков увеличиваются на 100. Противник не может вытянуть карты, даже используя эти козыри. Это как? Так, ладно. Есть удаление. Давай. И еще удаление. Лови. Заново вытягивай все карты. Так, мне четверочку. Ладно. Нельзя вытянуть карту из-за... Чего? Из-за козыря противника. Ну, я ему все карты поудалял. Как тебе такое? Как тебе такое? Тебе нравится, засранец? Игрок на тебя обманул? Нет! Не может быть! Нет! Этого не может быть! Нет! 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 Ты там ухлёж чистая была! Как так? Это чистая мухлёж. Вот засранец, а, вот ты засранец. Ой, блин, как ты меня достал. Еще. Еще. Да, давай уже. Хватит. Ну, это ожидаемо. Давайте попробуем, знаете, какую тактику? Будем вытаскивать до тех пор, пока и он тоже вытаскивает. Give me another.
Mm-hmm. Clancy, just give up. Hit me. I'll stay. I'm gonna stay. Тоже пасуем. Clancy! Да, есть такое дело. Возврат. Еще. Hit me. Хватит. I'm gonna stay. Говнюка. Так, еще. Hit me. Так, у него перебор. Хорошо. I'm gonna stay. Есть такое дело. Так, все, вот сейчас его надо дергать. Просто надо уничтожать. Плюс три. Так. Так, вытягивает оптимальную карту. Пока эта карта на столе, ставки увеличиваются на 100%. Противник не может вытягивать карты, даже используя эффект козыря. Он думает, что это смешно, да? А как тебе вот это? Оп. Держи. Нравится? Нормально, да? Нормально? Как ты себя ощущаешь? Как ты себя ощущаешь? Да-да-да. Да-да-да-да-да. Получи, засранец. О, он еще жив был. Господи. О, господи. Все, конец? Я тебя победил! В твоей же игре, по твоим же правилам. Ну как тебе? Да, да, хлопайте мне, хлопайте мне. А ты думал? Чего? А не пойти ли тебе нахер? No, I can't take this anymore. Please. Опять что ли играть? Четвертый кон? На, ясно. Глаз в небе. О, примечание. Новый режим для игры в 21. Выживание. Блин, а. Вот засранец. Режим выживания, выживание плюс. Ой, ребят, давайте пока что на этом остановимся. Да, долго ж мне пришлось убить времени, чтобы победить его. Ну, мы справились. Большое вам, ребят, спасибо за просмотр. С вами был игрок. Игра Resident Evil 7. Не играйте в очко. Всего хорошего и пока-пока.